за скина и топовые подписки взять в этом месяце. Ну, у вас аккаунт эти. Сейфы все куда-то пропали, либо просто из-за того, что у них нет визуализации, их не видно. А так не получается видность. Угу. Там на мосту в этом автобусе может быть что-то. Банка большая, кому нужна? Да. Ну вот я, вот она. Сейчас. Вот он. Здесь еще бочки есть. Мне покрышки нужны. Подожди, не ломай мою бочку. Все, давай. Крышки вон в мастерской по-любому есть. Угу. Не одна нужна. Там даже есть этот. Если покрышек нет, там стоит станок, типа такой с покрышками, ломаешь его и вываливаются они. Угу. А ну вот валяется. Все, это сделал. Патроны для гранатомета выпали, отлично. Пошлите в зону, наверное. Пойдем, тут вроде не сильно далеко, сзади кто стрелял. Маленькие банки есть куда здесь? Она стреляется. Ну, сейчас пойдем к себе, вот они. Нахера. Пал 25.
Еще раз 25 попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень хорошо по одному попал. Там, по-моему, один здесь. У него половина жизни осталось где-то. Видите? Вон тут лодка есть и машина. Поедешь, Вадим? Поехали. Сейчас. Да поехали все, быстрее. Все, у него зона там не доживет. Надо прыгать. Ебать. Да я стреляю в него. Да падай ты уже, пидор, блядь. Все, до свидания. Да-да, а упал я. Так, сон вроде не далеко. Блять. О, меня убили. Его тоже убили. Так, можно успеть поднять меня, у меня аптечка есть, я может успею съесть ее. Сейчас. Нет, никак. У меня две аптечки на мне. И ППГ такая экзотическая. Тогда я успею отхилиться. Мы эти зоны зайдем, да, чего? Сейчас они будут сверху стрелять, по-моему. Бля, мне надо жрать уже. Автобус есть. Угу. Волки наверху идет. А, прямо вот. Здрасте. Ой, ё-моё. Да пошел ты, волк. Я все собрал. Мне нужно мясо. Да, я тебе лучше аптеку бы скинул. Ну, аптеки у меня нет, поэтому тоже мясо захавал. Ну, есть куда тебе взять ее? Давай скину. Ну, окей. Блять, тут шаги, сука. Вон они сзади. Положу одно. Попал хорошо. Пойду. Да. Пойду, наверное, Ваню возродить, наверное. Справить? А сторону да. Зоны, да. Опять зону надо бежать. Бегите. Это, сука, постройки тоже. Так что, мне в тачку прыгать, наверное, не надо. Запрыгнуть. Я прыгни. Вон он бегает. Я вижу. Да вон спереди Андрея. О, неплохо ему. Да, неплохо. А, не сон с крыши. Да, срочно какие-нибудь штуки нужны. А слева. Сука. И звук такой, да? Да, это было очевидно, что они тут тусят около автобуса. Да и зона уже маленькая была. Ну, хоть кто-то играет этим зеленым фонарем. Ну, это же видишь, из первого сезона явно команда Галаксия и... Зеленый фонарик. Я имею в виду подписок. Пойти погулять.
гулять, что ли. Получай, блядь, сетка рабится ебаная. Ставьте сами там отметку, мне никуда времени нет. Хотя, можно, конечно, этого чувака убить жесткого. Ну, сначала надо где-нибудь рядом сесть. Надо да. Чего-нибудь. Ну, давайте в деревне. Да, в деревне давайте. Давно не прыгает. Сезон чуть больше месяца осталось. Через 3 дня выходит резидент новый. Вилаги. Да, деревушка. Деревенька. Блять, мне кстати. Опа. Сюда не шло. Еще один бежит. А, шаги слышу. Неплохо, чувак рассыпался от 2 патронов из этой винтовки самозарядной. Паш, на хилку что ли? Дать? На. Ну вот и сейф. Я сейф 210. За обычный сундук поменьше. Банка большая в кустах лежала. Вот, кстати, маленькие лежат. Бля. Че? А, нет. Да в туалет снялся. Угу. Опа. По мне стреляют. Кто не стреляет? Так, сейчас
Сейчас я постараюсь подойти. Ну вот сейчас я собрал этот лук взрывной. Вот 99. В голову я не попадал, вот этого вот дзынька не было. Там он этот, если сгоняете. Фургон, да, с этими. Либо идем сразу. Ну, мы можем пока двинуть туда потихоньку. Они на машине доедут. Надо, короче, на расстоянии просто от него находиться. Потому что вблизи он очень жесткий. У меня, если что, 6 банок есть, аптека. Чуваки. Был. Нормально у нас. Вот это зарядная винтовка вообще пуха. Да, я, кстати, куда-то выкинул случайно. Угу. Я уже тут шаги слышу. Либо это не он. Нет, это не он. Постройки какие-то. Да, да, здесь вот чуваки. Нам близко. Присели, по-моему. Да, может быть вполне такое, что мы сейчас придем, а он уже убить. Ну, значит, совсем... кого-то надо убить, у кого кто забрал его лук. Шаги. Шаги надо мной. Вон. Да, да. Трое. Блять. Давай. А вон машина еще едет. Вон они там. Сук. Давай. Стреляешь уже? Да, там один спустился вниз. Оба 90 ног лежит. Второй здесь, Вадим. Помогай. Иду. Все? Вниз пошел, вниз пошел. Убегает. Еще, еще. Вот он. Вот он будет. Е-е-е. Значит, тут последний. Кентуки их ходит. А, ну вон. Возьмите 6 маленьких банок, у кого есть. Мне надо кукурузу сожрать, я пойду, наверное, упаду. Вот здесь. Ну, в спину, в спину. О, отлично. Кукурузу сожрал. Спасибо. Там 6 маленьких забрали? Нет, некуда. Они в один слот, ну ладно, я заберу. Опа. Ой, у меня шаги слушать. Шептеки вообще. Да я заметил. Так, ну мне осталось экзотический и фиолетовый отметить. Экзотический это купить у кого-то надо. Давайте. Нормально мы уже науничтожали. Угу.
Да, вот теперь охотиться на ящеров открылось, да, двух надо убить. Нет. Никакой. Нет. Зона. Да, да, сейчас. Нашли. Ну, прикольно, он ехать начинает. О, можно опять этого мистера шерифа. Я вон, знаешь, что прикупил, смотри. Сейчас. Такие, знаешь, эмоции, которые хоть... Опа, она по мне стреляет. Сверху, сверху. Пока я тут класс показываю, блядь. Попал. Ну, тот попал два раза. По 20. То есть с другой стороны еще. А, нет. Да. 8-9. Бам-бам. О, 98 попал. Ебать, меня выкинуло. Бля, возьми, пригодится, если есть слот. Ну нет, туда мы уже не пойдем, пошли, это здесь просто чуваки сверху стреляют. База большая тут. Тут же вроде этот чувак должен стоять, нет? Да и на него туда. Где не видно, сука. А, он около меня, блядь. 23, да. Сука, я его из лука пытался убить. 98, по-моему, попал. Ну добейте, там чуть прям осталось. Есть. Потом... Поднимите меня сразу, пожалуйста. А вон наверху еще один. Застроиться надо. Кидай, кидай, здоровье идет, все, здесь можно отхилить. Угу. Кто-то возрождает, блядь. 50 патронов осталось в автомате. Все есть, кроме большой банки. Там был лут, лут это взять, там что-то фиолетовое. О, как раз отметил. Так, ну эти тут что-то активно стреляют, сейчас они сами разберутся. Нет. Андрей, надо что-то, я все забрал оттуда. Не, не надо, не надо. Есть что-нибудь, какая-нибудь хилка у вас? Да. Пашка, есть что-нибудь? Ох, она... А, все, нашел. Банки нужны? Да, мы все надо. А, да. Вот, динозавр пойду убью пока. Патронов бы. Идем понятия, да. Патроны. Сейчас я, может, здесь найду это. На картах. Здесь все разобрано. Йо, у меня сейчас, сука, убьет. Зародили кого-то. Динозавр меня не убил. Какие тебе нужны там патроны? Для автомата обычные. Большие, да, которые? Отмечай. Хорош. Спасибо. Что там, банки есть? Нет. Вон он. Не рост-то. Прийти, прийти. Я прикрою.
Есть, второго положил. Вот тут все. А вон еще один. Есть. Вон один остался. На всякий случай. Золото. Я один. Так, ну стрелы, вот стрелы. А который вот в этом доме был, вы его убили? Фиолетовый всех тактик. Убили. Тут вот еще какие-то пушки, да, крутые. Я уже круче-то особо и некуда, у меня все фиолетовое, кроме аптек. Ай, смешно. Ну, его сагрит сейчас, есть хилку у кого-нибудь? Есть, есть, есть. Давай. Большая она нужна. Сейчас гранатомет. А это я стрелял, ну, по этим застройкам. Ударный лук, это что он делает? Отбрасывается. Ага, по мне, по мне. Ты не откуда, блядь? Отметил. Ну там вот он вниз попал. Шаги слышу. Вот он. Все. Кайф, 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 кайф. У него было мало шансов. Убийств на склад. Нормально вообще. Вообще нормально. А как ты посмотрел? Просто посчитал. Нет, ну карту можно нажать и это. У меня не открывается. Чей? Кайф выиграть. Так, я пока позвоню. Вадим, а какой у тебя там вейп-магазин рядом? Да, несколько их, они тут самарские только. Ну а правда, как они называются? В группе посмотреть. Тартуга и правда, у них там ничего нету, никаких этих товаров в витрине. Написать можно, я думаю. Один правда называется, другой Тартуга. Тартуга, давай посмотрим. Давайте сюда что-то попробуем. Давай. Лето же. Меня получше слышно? Да, очень много людей. Так, в какой-то веке здесь есть то, что мне нужно. Ну-ка, давай. Фиолетовая помпа. Неплохо, неплохо. Так, а у меня шаги. Сейчас бы привести, ребят, внимание. Приханул. Ты чё, как он пешкнул, сука? Забыл один. Забрал мой дробовик, бедрило чёрное. Да он в дом вскочил.
Паш, отметь, вон он прыгает. Как ты тупой? Одного положил. Меня на крышу кинули. Андрей, блядь, поднимись на крышу, на крышу. Дробовик. Вернул. Так, Вадима надо поднимать. Да, там карта. Блядь, шаги, да? Так, я Вадим там. Вадим, подъем. У него же права есть, доехал на машине. У меня шаги тоже. Да прекрати, сучара. И вышел. Убил меня и вышел. У меня шаги. Нокнул. Так, у него как раз аптека есть. Отлично. Так, отсек нужно открыть. Сзади шаги, да? Паш. Все, я убили же. Ну, может, все. Я вернулся. Ничего, неплохо мы здесь сейчас зачистим. Ну, формазанки начинаем. Выпей. Ну, тебе надо. Пустые люди. Ну что, мне экзотический надо. Не знаю. Я помню, за 500 у кого-то покупал какой-то лук, блин. Ну вот давайте туда доедем. Нормально, успеем. Успеем.
Там, по-моему, у нас аптеки были у кого-то. У меня нет, не только банк. Вон он бежит, чувак. Там двое, трое, вот они все. Я его сбил на это. Ложил он. Да не вон, они все в бок бегут. Вижу, вижу. Ебать, у него гранатомет. Ложу второго. Сука, я сейчас упаду, у меня здоровья нет. Тут зона рядом. Два здоровья! Блять, успел с одним здоровьем, просто пиздец. Скинь мне аптеку срочно. У меня нету. Иди забери гранатомет туда, вон того чувака. У меня 30... У меня 31%. Заеду, блядь. Ну, тут... А вон аптека, да, у чувака, кстати. И вот тут что-то фиолетовое, вон. А вон гранатомет лежит. У меня динозавры докопались. Я банку не успел бы. На, аптечку. Мистер динозавр, блядь. Ну, вот нам тоже двое бегут, блядь. Так, я забрал гранатомет. Я теперь обратно за этой большой банкой. Теперь у меня нету здоровья. Нет, я не знаю. Такое здоровье у меня есть. А банка есть у тебя? А у тебя, Паш, банки есть лишние? Вон там маленькие банки были у чуваков. Да ладно, сейчас найдем там. Вот он, Дима, отмечает. Андрей, на смарт. Так, чё вы отмечаете? А, отлично. А это от кого выпало? Это ни от кого не выпало, я съездил и купил. Хорошо. Ну чё, гранатомет нет, патрон все равно, блин. Да его отметить, надо просто полет. Не, я знаю, я имею в виду это, и мы там у чуваков он забрали. Никому не нужен, соберите. О, патроны есть. Давай. Сейчас, сейчас. Бля, далеко все знакомы. Вань, садись быстрее. А вы где? Да а, вот мы здесь. Давай, поехали, всё. Трогай, трогай. О! Как это? Не, сейчас на ровную это. А, что, прикольно. Один, галяй. Слушай, я не смогу просто назад стрелять, да? Стрелять нет, надо просто. Поздновато. Так, могу повесить аптечку. А кто стрелял? Это я. Да Вадим все передвигается. Он же такой. Руки джамп на поле. У меня как раз огненный лук есть, сейчас я буду забегать. Это хорошо. Огненный хорошо. Ты там один сейчас стреляешь. Так, ну теперь я звоню. Так, тут какой-то чувак, надо с ним поговорить. Да. Тут банка большая, ну она мне нужна. Там, наверное, желток какой-то. Пес его знает. Ты успел отметить эти пистолеты, Паш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, там чувак походу бежал за нами. Валки, нет, давай, нет.
Да. Тут у меня челик волков стреляет. Ты бежишь, мой? Да. Я этот желтой его сначала. Че, помер, че? Так, на аптеку нашел. Как я его подкинул себе хорошо. Там желток, если что, со мной, не пугайтесь. Опа. Вижу его. Попал несколько раз. Падай уже, блин, все. До свидания. Вот опять ему сейчас из лука 89 прилетело. Так, я надеюсь, у него есть стрелы с собой какие-нибудь. Какие-нибудь стрелы были. Ого. Так, запчасти где-то у него были. Тебе нужны запчасти? Мне две надо. Сейчас будет. Ну, банк 5. Банка большая. О, нихера, у меня 5 аптек. Больших. Куда там стреляешь? Я к нему один раз попал, он по мне тоже. Аккуратно. Тряси, тряси. Я за тобой. Там слева. Вон он. Блять. Все, положили его. Вот, вот здесь у меня последний. Да, я вижу. Еще один, еще один. О, нет, двое. Он хилится там, наверное. Блять, из двойных этих пистолетов просто уничтожают, блин. Давай желток прикрываем. Еще один здесь. Самый целый, 4 отряда осталось. Еще один здесь. Один, все, нет. Самом деле. Так, надо... Банки нужны, банки. Еще кто стреляет? А, это этот желток, походу. Блять, какие танцы? Маленькая банка есть одна. А нет, даже не одна. Убил. Отлично. Че, вам банки скинуть? Вадиму надо что-нибудь, мне не надо. Нет, у меня все есть. Ну, аптеку, наверное. Еще один, ребят, остался. Да. Так, а чё, кто там? Стрелы нужны кому-нибудь, ребят? Не. Больше, более чем. Да, спешно. У меня тоже 30. Ну, все, супер. А вон дроп, слушай, лежит. Время мне очень пробежал. Хожу, никого не убил, заигрывайся. С одной стрелой целую заправку взорвал. Бум, открыто, большая банка. Там, наверное, две как-то. Опа. Не надо. Я вижу чего. А, я тоже вижу. А, я его выкинул случайно. Еее. Воу, воу, воу. Нас не остановить. Еще все, наверное? Наверное.
Ну давайте еще. Да нет, глаза болят. Пожалуйста.